Куга, куга есть, оружие ПТ есть. Слышь, а это нормально то, что, блядь, такая рава залетает, блядь? По мне жесть. А ты хуй продавишь там, они, блядь, у них человек 20 стоят на КПП-2, а еще человек 40, блядь, выбегает в спину. Ой, человек 20 стоит на КПП-1, а сейчас человек 40, блядь, не бежит чисто в спину. Конго, чтоб ты понимал, я просто на крышах склада сижу, туда бежит арава, я вообще охренел. Мы на вертолете, когда на склад летели, там тупо арава залетела, это охренеть какое. Я сейчас пролежу, прослежу, где куда они летят. Там жопа, докладывай все почистую в рацию. Конго, можешь попробовать оружие взять? Конго, подойди вот. Попробуй оружие. Возьми, попробуй оружие ПТ. Оружие ПТ мне надо, можешь попробовать. Я сделал. Бронежилет. А нет, бронежилет не нужен, бронежилет не нужен, у меня есть. Бронежилет я доложу, что типа, взял. Дай мне, пожалуйста, ПТ. А нет, в сторону итальянцев. Прострелите колеса, по РП мы сможем потом админу сказать, типа, то, что они нон РП. Подожди, подожди, я чекаю. Давай. Напишите админу, чтобы следили, потому что колеса надо реально выйти прострелить. Че в итоге, куда бежать? А пока никуда, я чекаю их сверху, я дымлю уже. Конго, есть возможность взять оружие ПТ? Вот он. Где ты, блядь? Вот он. Переоденься в тигровую, хули ты видишь? Я переоденусь сейчас, я просто пошел к тебе. Я через только 13 или 12 минут могу выйти. Я больше патронов просто не могу, мне не хватает чуть места. У тебя нет места в инвентаре, алло! Сейчас, секунду, еще раз. Подожди. Уже есть. Подойди сюда сам, я здесь стою. Вот он я. Я тебе предложил обмен. Где? Нету ничего? Вот. Появилось, блядь. Все. Надо выбрать камуфляж тигровый. Все. Я в полной боевой. Ну, я должен ждать. Я пока сделал отчет, потому что я взял оружие. Ну, блин, мы к этому вообще были не готовы. Нам надо разъяснять людям, что делать. Пизда мне. Хуя вообще пизда. Тихо. Да, конечно. А. Иди. Хорошо. Мам, 2 минуты, я пойду. Пацаны, у меня же есть, получается, до 35 минут время сбегать в магазин, типа, пока у меня этот идет, да? Ну, типа, я же не могу до 35 минут, вот меня убили 4 минуты назад. Да, можно забить. Все. Сейчас мне надо поиметь. Дерьмо, вот, что надо вот эти.